Лепка. Я буду лепить вот такую маленькую чашечку. И для этого у меня есть паста для лепки. Возьму кусок пасты. И буду смотреть на мою маленькую чашечку и лепить свою чашечку из пасты. Убеждаюсь, что у меня края одинаковой высоты. Вот моя маленькая чашечка уже готова. Вот она. Теперь она будет высыхать один день. Это лепка.